Этот ублюдок сумел влезть в самую сердцевину плана, чтобы обернуть все в свою пользу. По его почерку сразу видно, что он психопат. Бог ты мой. Такое ощущение, что это писал сам Зодиак. Это внушает надежду. Похоже, ему не всех удалось обмануть. Но все равно надо быть поосторожней. Он многих успел оболванить и отправить в STEM. Охотится на души потерявших надежду, притворяясь, что у него есть ключи от счастья. Я начинаю понимать, как он действует. Духовный лидер и проповедник. Неудивительно, что все поверили, будто он на их стороне. С виду казался хорошим человеком. Эй, Кидман. Что там у тебя? Я тут думал о нашем первом совместном деле. Когда мы служили в полиции? Ограбление ломбарда? Ты в одиночку раскрыл тот случай. Я был впечатлен. Все это благодаря тебе. Ты взял меня под свою опеку и всему научил. Держался со мной на равных. Жаль, что у меня раньше не было такого наставника. Я хотел помочь тебе стать одной из лучших. Но ведь все это время ты работала на них. Отправили к вам, чтобы я следила за тобой. Убедиться, что полиция не будет нам мешать. Как жаль. Ты могла бы стать отличным копом. Я не была бы так уверена в этом. Досье, с которым я поступила в участок, было поддельным. Я большую часть детства провела в колонии. Когда Мёбиус вышел на меня, у меня был выбор, пойти к ним или в тюрьму. Несложный выбор для 20-летней девчонки. Выходит, я тебя совсем не знаю. Я так долго работала в Мёбиусе, что уже не уверена, знаю ли я сама себя. Что-то мне подсказывает, что твой бунтарский дух не сломлен. Спасибо, киса. Это снова вы, детектив? Вы вернулись. Новые знания потребуют от вас новых умений в свете предстоящих испытаний. Если я чего-то не знаю, могли бы просто рассказать. А не морочить голову. Если бы я только могла. Но в этот путь вы должны отправиться один. Но я не один. Есть те, кто мне помогают. Торрес, Хоффман, О'Нил. Они просто ваши спутники. А открытие вы должны сделать самостоятельно. Открытие и открытие себя. Именно это делает STEM такой интересной.
Так, ладно. Будем надеяться, что сеть на месте. Черт. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с Унилом. Тут поблизости убежище Хоффман. Надо к ней заглянуть. Хоффман, ты здесь? Еще один сигнал. Что здесь случилось? Оставил убежище и ушел в запретную зону сети. Не похоже на него.
Похоже, здесь была усиленная охрана. Баки какие-то. Зачем им все это? Без чипа тут никак не пройдешь. Наверняка здесь должен быть хоть один.
О нет, начинается. Надо отсюда выбираться. Там как будто дна нет.